Причина сброса канализационных стоков на территории бывшего питомника имени Николая Штанина найдена. Об этом телеканал Омск ТВ сообщили в Омскводоканале. Напомним, некогда заповедную зону затопило нечистотами. Местное озеро превратилось в фекальный отстойник. Специалисты ресурсоснабжающей компании провели обследование. Выяснилось, местная канализационная насосная станция работает в штатном режиме. Повреждений нет. На канализационных сетях обнаружен засор. Специалисты прочистили трубу. Теперь проблема решена, резюмировали в компании.